Ошлой серии. Федя! Продолжение следует в следующей серии. Федя! Что с тобой? Мне очень плохо. Я не могу встать. Я весь запачкался. Я не могу встать. Я сейчас тебя отряхну. Где же твоя мама, Феденька? Она пошла в магазин и сказала гулять и не лазить. Федя, Федя, ну живи давай. Отнеси. Твоя меня. Мама идет, вон она, вон она, вон она. Федя, что с тобой? Он упал, упал. Я спасал Басика и упал, и теперь не могу встать. Мысли, как нехорошо болеть. Месяц в этой больнице. Басик не в больнице. Я так хотел увидеть своего лучшего друга и чуть сам не пострадал. А это он пострадал. И все из-за меня. Басик чуть не пострадал из-за меня, из-за того, что я упал. Вы пройдите, пожалуйста, на процедуру. Что тут такое надо делать? Федя, Федя, я пришел, что случилось? Извини. Извини, это все из-за меня. Из-за меня ты пострадал. Я плохой друг. Сейчас мы с моим коллегой проведем вам операцию. Специальным аппаратом. Специальным аппаратом, что он будет вас сканировать, и мы посмотрим, нет ли у вас каких-нибудь травм. Хорошо. Операция начинается. Кубай Федор, у вас серьезная травма. Вы сломали целую ногу в трех местах. Правда? Первое, вы сломали где голеностоп, второе колено и вот здесь. Около бедра. Около бедра. И вы будете лежать в больнице около 2 дней. Пока вам пока у вас около месяца или 2. И если у вас не срастется нога, вам придется ее дубинкой от этой, вы будете без ноги.